Привет, дорогие друзья, с вами Ганди, и сегодня мы посмотрим с вами новый трейлер, вышедший вчера, посвященный Devil May Cry 5. А точнее сказать, это финальный трейлер, которых больше не будет. Это самый последний трейлер, самый крайний перед выходом этой замечательной игры, которую я жду уже и сделал предзаказ на Deluxe-версию Devil May Cry 5, чтобы вместе с вами проходить ее на стримах. И давайте посмотрим, что же за трейлер нам Capcom преподнесли, так сказать, просмотру. Погнали! Вирджили, похоже. А это вроде Данте. Я не знаю, честно, но вроде как да. Прыжки эти, кстати, крутые. Которые нужны в игре. What's happening now? Oh god. I thought it was over. This isn't good. We're gonna get dragged into this. Это нехорошо. Being born useless and human. I will show you your worst nightmares. I will give you despair and death. Come here. Это Вирджили, да? If I don't return, охуеть, показали, да? Показали Вирджилия. By yourself, alone. You must change your name. Forget your past and start a new life. То, что он будет в оригинале внешности, я думал, он будет как демон. A new beginning. Конченый. Что за хентай? This is my last request. Это последняя миссия. Братан. Мне кажется, что Ви не будет злой. Мне кажется, Ви будет хорошей. В любом случае. Devil May Cry 5. Мне охуенно сделали финальный трейлер 8 марта 2019 года. Вот он. Да ну нахуй. Так, ну что, мы посмотрели с вами трейлер Devil May Cry 5 и финальный трейлер Devil May Cry 5. Что я могу сказать? Я охуел в конце, увидев Вергилия. Это круто в своем обличии. Реально, что ли, будет такое, если он будет реально в своем обличии, то эта пушка, то есть как вылез из ада этого, и, то есть, как бы в первом трейлере не показали его вообще лица, и никак, то есть только демона показали, и вот в капюшоне тип, то есть это был Вергилий, это всем понятно уже, но концовка, это изи, как говорится, капком изи. Охуенный трейлер. Да, прям аж. Я уже не на таких эмоциях, вот, как сказать, чтобы прыгать, летать. Я вот уже поймал такой дзен, умиротворение такое, знаете, поймал такой тишину, такое спокойствие. И просто. 8 марта. Нихера не международный женский день. 8 марта выход Devil May Cry 5. И чисто нон-стоп марафон стрип по Devil May Cry 5. 24 часа. Там как раз выходные впереди. Все будет четко. Пройдем Devil May Cry 5 на Deluxe версии, там со всеми треками с первой по четвертую часть, там что еще, мотоцикл какой-то, там руки там какие-то для Неро. Но я, блин, хочу за Данте играть. Блин, не знаю, блин, там выбора нет персонажей, это херово, я не знаю, я даже не знаю, чего ждать-то, что будет в игре.
так как я понял, они будут меняться. Мне нужно будет обязательно за того поиграть. Я бы всю игру бы за Данте проходил, и мне бы хватило бы, но там такой сюжет, что интересно на самом деле за всех поиграть. По очередности, как мне предложат играть. Вот. Так что я готов ко всему, что мне предложит игра. И это был финальный трейлер Devil May Cry 5. Моя реакция спокойная, но я на седьмом небе от счастья, увидев еще Вергилия в оригинальном обличии в конце, такой 2 секунды там буквально, но этого достаточно было, чтобы понять, что что-то в этом сюжете там будет интересного-то. Сказано будет завязка, там диалоги, возможно, какие-то, не знаю, интересно, что будет в финале вообще. Да и вообще по течению сюжета очень-очень круто. Всем спасибо, с вами был Ганзи. До новых встреч и до 8 марта быстрее уже будем проходить Devil May Cry 5. Пока.